Рывок к здоровью. В минувшую субботу в одном из торговых центров города прошла благотворительная акция по сбору средств для Дениса Катасонова. Напомним, молодой человек серьезно болен. Диагноз – остеосаркома, злокачественная опухоль в костной ткани. Помочь Денису могут только в Германии. Достаточно большая сумма уже собрана, да? А на сайте «География добра» сумма обозначается ежедневно. На данный момент это 4,5 миллиона рублей. А всего необходимо собрать 5 миллионов. И для того, чтобы собрать оставшуюся сумму, у нас есть совсем немного времени. 22 июня Денис уже должен уехать в Германию на лечение. На сцене танцуют, поют, читают стихи. Программа обширная, рассчитана на целый день. Участие в акции приняли школьники, приглашенные артисты, волонтерские организации. Рядом со сценой развернулись площадки с мастер-классами. Здесь за символическое вознаграждение рисуют аквагрим, дарят воздушные шары и делают куклы-обереги. Сам Денис прийти не смог, плохо себя чувствует. Сейчас мы с ним как раз сдаем экзамены, и он чувствует одухотворен на самом деле. Он позитивен, с учетом того, что какая у него ситуация, он прекрасно ведет себя. И, конечно, возможно, он чувствует себя не очень хорошо, но он пытается держаться. И это главное. Главное, чтобы он чувствовал себя оптимистично. На 6 точках в торговом центре стоят волонтеры и собирают средства. Ребята заранее разучивали речевки, чтобы привлечь внимание прохожих. Сделай улыбку, как у бобра, и поделись только добра. Очень хорошо, что люди все неравнодушны в нашем городе. Сбор средств идет активно, что очень радует. Потому что вот есть неравнодушные, которые понимают, как это тяжко, поэтому все идет отлично. Многие прохожие, узнав сумму, которая требуется на лечение, и крайне короткие сроки сбора, только качают головой, считая, что это невозможно. Но от 5 миллионов осталось собрать чуть меньше 500 тысяч. В сложных жизненных ситуациях, а именно такая сложилась в семье Катасоновых, действует принцип «С мира по нитке». Помочь Денису стать здоровым поможет любая, даже самая незначительная сумма. Реквизиты, по которым можно направить средства на лечение Дениса Катасонова, вы видите на экране. Для того, чтобы стать здоровым, Денису остался последний рывок. Мария Попова, Антон Осипов, РТВ Иваново.